Легенды эти рождены надеждой, страхом и слезами, и трепетной улыбкой расцветило их, коснувшись, все то, что между радостью и горем, расцвет рождения и скорбной смерти, тьма. Я прочь отсюда!
Только пес, встречая хозяина нашим хвостом, и все наваждение спадает в миг. Кошмар приснился мне снова. Все мои рассказы основаны на единой фундаментальной предпосылке. Человеческие законы, интересы и эмоции не имеют ни малейшей ценности в космическом континууме. В ситуации безграничного пространства и времени нам необходимо забыть, что такие вещи, как органическая жизнь, добро и зло, любовь, ненависть и разные такого рода локальные атрибуты жалкой формации, именуемые человечеством, вообще имеют место.
растворился в богах, которые без тени сомнения посещали его. Посещали тебя. Yeah.
сгори! Исчезни без следа! Нептавы ушло. Они покинули эту землю. И вскоре за ними к солнцу устремился я. Лазь ради
речь о гибели тех, кто придет.
блаженный, нищий и слепой. Я мертвый, но вечно молодой. Такой же старый, как дуб земной. Я любовь, я есть все. И одновременно ничего. Yeah!
слышу звуки. Топот ног, эхом бродящий в моем сознании. Я вижу тени людей, фантомы образов мыслей. Я чувствую вкус их планов и бед. Я смакую их наваждение. Я тот, что вечно спит, и тот, кто не должен проснуться. Thank you.
прошлых и будущих пространств им возвращает, и планы Ордена